как я понимаю, мой лавр зацвел. Вот эти маленькие листочки, но насколько я понимаю, это и есть цветение лавра. Это новое дерево, которое мне привезла сестра. Лаврушечка у меня растет. А вот старое дерево, которое все-таки не отошло, погибло, к сожалению. Я грешу на вот этот горшок. В этих горшках почему-то гибнут у меня растения. Не знаю почему, не нравится и все. Сюда я посадила калибрахо. Она вроде бы даже укоренилась, видите, растет. И здесь же у меня лобелия, может быть, даже зацветет. Ну, это такой у меня, знаете, дизайн, будем говорить. В пеньке цветы. Женское счастье у меня цветет, все хорошо. Огород мой, тоже с ним все хорошо, щипаю его ежедневно. Ну и тут мои красавицы, буйство красок. Тоже все хорошо. И погода шикарная. Хочется насладиться летом в полном объеме, не пропустить ни одной минутки. Но эти вообще, какие лобелии классные, да? Прямо букетом все цветут, шикарные. А, еще должны у меня вот-вот расцвести мои гвоздички. Вот они,